У обласним центрі працягується очистка дна Нюмана. На гэтым тыдні спеціалісты прадпрыемства «Белводшлях» будуць працаваць каля новага моста, што на вуліцы Паповіча. Участак ракі ў гэтым месцы свежыць эксперты даўно патрабуе ўвагі. Асабліва востра пытанне стала пасля нядаўняй рэканструкцыі пераправы, падчас якой у Нюман маглі нападаць камяні, металічныя канструкцыі і іншыя прадметы. Уже давно очень не проводились работы вот, до очищения возле, в районе моста, потому что там очень мелко стало заносы, наносы. Вот перед установкой даже понтонной переправы, когда там очень много вопросов было, как ее поставить, но на тот момент вообще невозможно было кран сюда прибуксировать. Традиційно увесь комплекс путевых работ на Нюмане рачники выконывают с початку нового навигационного сезона. У поле зроку с початку акватория каля Гродзенской ГЭС. Очистку тут проводят как у нижнем, так и у верхнем бьефе раки. Что тышится участку в областном центре, плануется навести парадок на отлеглости каля километра, каб забеспечить безопасное прохожение транспортных и пассажирских суднов по Нюмане. А значим, что напередодне очистка дна проходила у районе городского пляжа у лесопарку Лососна. На гэтым тыдні плывучий кран Нюманский 6 перебрался до моста на улице Поповича. До слова, усе работы шматтонного механизма контролюе судно путевый 5. Гэты корабель ажыццяўляе разведку и поведомляет докладные координаты месцев, у яких необходна очистка дна. Река Неман на протяжении последних 50 лет значительно уменьшится количество воды за счет погодных условий. То, что многие говорят, что там ГЭС повлияло, я считаю, что неправда. Это не только мое мнение, но и специалистов. Зимой вода большая, а летом уровень низкий. Поэтому где-то на перекатах Неман – это живой организм, который несет и камни, и движет, и какие-то и ветки там выпадают, и где-то отложения какие-то образуются. Вот этим кран и убирает, чтобы на фарватере было безопасное условие и минимальная необходимая безопасная глубина. У верасня спецыялісты плануюць пачаць ачыстку вусця ракі Гараднічанкі, там, дзе зараз ідуць рамонтныя работы моста на вуліцы Рыбацкай, а таксама акваторыі гарадскога пляжа Цэнтральны, добраўпарадканне якой прадугледжвае ў тым ліку пакос воднай расліннасці.